Not because it was good. Ничего хорошего в нем не было, но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую был расчет, насмехаться. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы возглавлять страну, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор. Это разбило мне сердце и до сих пор не дает мне покоя, потому что это было вовсе не кино. Это была реальная жизнь. Неуважение порождает неуважение. Насилие провоцирует насилие. Когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы унижать других, мы все проигрываем. Нам нужна такая пресса, чтобы она была способна призвать власть к ответу, вызвать ее на ковер за все подобные проступки.